Привет, друзья! Новый Epic Quest, причем очень любопытный. Смотрите-ка, у нас тут новое растение. Это просто шикардосик. Это гораздо лучше, чем гемы. Конечно же, мы сыграем. Мне очень интересно, что это за растение. Первый раз его вижу. Но, по всей видимости, нам его подарят. Давайте сделаем все возможное и невозможное, чтобы получить это растение. Так, друзья, здесь у нас такой жесткий обман будет от игры. Дело в том, что здесь не все зомби представлены, которые будут. Их будет больше гораздо. Из других миров будут разрывы. Причем последние разрывы будут за две клетки до проигрыша, скажем так. Одновременно появятся. Вот, разработчики посчитали, что это будет вот интересно. А ну давайте думать. Так. Вот будут МС-зомби. В них самая большая проблема, на самом деле. Осьминоги тоже будут, но это не такая большая проблема. МС-зомби реально хуже. $175. Дороговато. Зато эффективно, на самом деле. Наверное, стоит прихватить. Сельдерей. Надо каким-то образом сохранить пленты, потому что из разломов в конце выйдут прям под носом у нас. И уничтожат сразу растения, которые будут с боков, пройдут быстренько. Надо будет их как-то вот... Вот драконы здесь смотрятся... Не слишком хорошо. Почему? Потому что здесь нужен будет бесплатный гриб, потому что чуваки побегут. Будут еще брейкдансеры, которые скорее всего будут горошина обратно откидывать. Да, хитрый разработчик все предусмотрел. Практически все, друзья. Ну, ладно, давайте пробовать. Coming.
Так. Ладно, хрен с ними, с косилками. Друзья, ну два разлома за две клетки. Мне кажется, это бред. Главное, что засчитали за победу. Хотя у меня были лучшие варианты прохождения того уровня. Но я считаю, что разработчики там реально еще и зомби таких послали. Осьминоги и прочие хрени, которые ну, прям за две клетки перед домом. Вот как их там. Можно было, конечно, дракона использовать, плинты на драконах. Но тут уже нереально было переиграть, потому что уехали эти сраные косилки. Да и хрен с ними, да? Идем дальше. Так. Это тупая была идея. Тут она не сработает. Ладно, тогда берем Moonflower. А вариантов тут на самом деле не очень много. Телепорт может выручить в некотором случае. Но опять же, вот эти растения за 175 неплохие, но вот против лопаты бесполезны. Но стоило бы взять, я думаю, вместо даже телепорта. Не знаю, найдется и место или нет. Гриб.
Но он тоже тут подозрительно бесполезно выглядит. Лучше взять, наверное, Мангель. Сразу это растение используем. Оно дает солнышки, как вы могли заметить. Смогли таки затащить, смотрите-ка что, да? Вот подозрительно, почему-то долго Moonflower не давал солнышки. Может, это специально так задумывалось? Но, тем не менее, затащили довольно-таки... несложно, можно это повторить даже. Первый уровень в этом плане был сложнее. Но там я знаю примерно, что надо было делать, не стал просто переигрывать. Были кое-какие задумки, но я считаю, вот, друзья, ну за две клетки до косилок разрыв... Ну, мне кажется, это несерьезно. К тому же там выходят такие зомби. Да, есть вероятность их убрать. Например, с тем же использованным Moonflower'ом, да, можно сразу как-то, не знаю, вот этот мракоцвет задействовать. Где-то в каких-то смыслах. А что такое-то другое растение. Но обязательно, желательно с плентами тогда. Можно все это было тогда спасти. Но мы и так выиграли, как бы нам засчитали. Вот это растение добавляет солнышки. Причем так много. Для базовой расстановки растений очень неплохо, но надо не забывать, что это растение также занимает слот. Так, со вторым заданием справились. Да, как всегда, слота не хватает.
Самая большая проблема в колдунах. Ну, естественно, в этих еще чуваках, которые могилы создают. Их надо стараться как можно быстрее убрать. Такой нехороший состав здесь. Вот эти колдуны реально все портят. Ну ладно. Естественно, ветер тоже будет. Thank you.
Странно, Магилейд не может здесь на этой кнопочке, ну ладно. О. Ха-ха. Затащили, да? Ну ладно. Дальше. Очередная цветочная линия. Ну это явно пиньяты идут. Четыре волны. И догадайся, что делать, да? А, кажется, я понял, что надо делать. Получается сюда. Потому что здесь он быстрее дойдет. Придержим. А, тут. Придержим, подождем. Здесь планфут уже в качестве страховки уступает, да? А
Это пиньята, друзья, я такого уровня не помню. Даже близко, чтобы было под что-то похожее. Надо набрать 3000 солнышек. Так. Ну здесь что нам поможет? Как бы Боб-то нужен, конечно. Это уберем, пожалуй. Попугая, кстати, сдуть-то нельзя клевером. Что любопытно. Хотя я не пробовал, но мне кажется, его нельзя сдуть. Могилки вот эти съесть тоже нельзя, я так понимаю. Можно попробовать. А можно, смотрите, еще. Закрутился.
Так, шут. Сейчас может нам все реально испортить. Так, пугай. Черт, пугай. Утаскивает, утаскивает. Тащили. Ну, отлично. Ну, отлично, друзья. Я думаю, что продолжим уже в следующий раз. Прошлись по 5 вот этим вот заданиям. Первое задание было, я думаю, такое. Надо было его лучше продумывать. Вот там можно было бы затащить. Сохранить косилочки. Но я уже не стал этого делать. Ладно, увидимся в следующий раз. Всем удачи и пока.